Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта Гисметео, в субботу 7 сентября температура воздуха утром плюс 9, вечером плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье 8 сентября утром всего плюс 5, а вечером до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 2,3 метра в секунду. Ясно. В это воскресенье единый день голосования. Проявите гражданскую позицию активно и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своих экранах.